уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все, монет. Друзья, в первой половине июня 2024 года в Италии выйдут памятные монеты нарицательной стоимостью в 5 евро, посвященные популярной музыкальной композиции Албачиара «Светлый рассвет» певца Васко Росси, исполненной в 1979 году. Васко Росси считается одним из величайших представителей итальянской рок-музыки. Композиция «Албачиара» стала одной из лучших итальянских песен о любви. На реверсе монеты художница Сильвия Петрасси разместила главную героиню песни «Албачиара». Это девушка с яблоком и книгой, рядом с автобусной остановкой и пешеходным переходом. Название песни «Васко Росси» приведено в правой части реверса, а год производства монеты указан в левой части. Аверс монеты представляет собой виниловую пластинку. В центре приведен текст песни «Албачиара» 1979 года. Также заметны названия страны-эмитента и фамилия дизайнера.